Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» и сторонники партии вместе с представителями окружной общественной палаты приняли участие в подготовке акции «Доброе кино», которая прошла на площадке городской библиотеки номер 1. Участники клуба «Активное долголетие» пили чай, изготавливали забавных игрушечных снеговиков и смотрели новогодний фильм «Это веселая планета». Одинцовские депутаты преподнесли в подарок Одинцовскому клубу чайный сервиз.